Открытый турнир по греко-римской борьбе стал для Димитрограда уже традиционным. Проходит 4-й открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Леонтьева Александра Васильевича. Приехали команды из Малыклы, Чердаклы, то есть Ульяновская область. Весовые категории спортсменов от 26 до 63 килограммов. Участники разных возрастов и спортивной подготовки. Так, среди выступающих были братья Крашенинниковы, призеры России, которые на недавних соревнованиях в Перми взяли бронзовые медали. Стараемся будем выигрывать. Но это между своими. Ну что самое главное, чтобы была победа? Дух. И психология, чтобы не волноваться на ковре и выходить и выигрывать. Турнир проходил по личным зачетам. Призеры получили медали и дипломы, а обладатели первых мест в подарок спортивную форму. Татьяна Лисеева, Эмир Хуснутдинов. Новости Димитровграда.